Хорошо. Итак, что у нас есть? Итак, что у нас есть? Лед в соленой воде, просто лед и моя любимая морозилка. Что же из этого эффективнее замораживает воду? Точнее, что же из этого быстрее охладит наш напиток? Ну что, готовы к эксперименту? Давай их как-то пометим. Давай. Есть у меня здесь, должен быть где-то фломастер. Да, вот по жизни так, просил принести фломастер 2 часа назад. Сейчас, принесу. Сейчас, принесу. Вот, принесли. Надо как-то пометить. Да, давай их пометим. А где же у меня фломастер? А вот же и фломастер. Вот слушай. Они. Слушай, как здорово. Обычно ты все достаешь из задницы. Да, так я оттуда и достал. А, давай их как-то пометим. Пометим баночки? Да. Давай. Я эту пометил. Давай теперь я иду. Надо как-то баночки пометить. А давай их пометим. А давай пометим баночки. Знаешь чем? Маркер. Помечалкой. Итак, здесь, значит, мы пишем цифру 1. Это будет означать холодильник. Цифра 1 холодильник. Давай на холодильнике. А я на холодильнике пишу цифру 1. А ты на холодильнике напиши цифру 1.